Акылбек Джапаров совместно со спикером Нурланбеком Шакиевым и депутатами Джугур-Кукинеша приняли участие в запуске фонтана, расположенного перед зданием Джугур-Кукинеша. Продолжительное время не проводилась реконструкция фонтана, насосные системы сооружения нуждались в ремонте. В течение 2 месяцев управлением делами президента были проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту фонтана. Установлены 11 центральных электрических насосов высокого качества, система дистанционного управления для смены подсветки воды, гранитное покрытие. В чем отличается этот фонтан после ремонта? Сегодня этот фонтан прошел капитальный ремонт. Все необходимые материалы, насосы и все трубы, форсунки, вот это все было привезено с прямой поставкой из Италии. Привезено 11 форсунок, которые вырабатывают в час 240 кубических метров воды. 11 форсунок в общем вырабатывает 2400 кубических метров воды. Но в вечернее время этот фонтан, он будет цветным фонтаном.